Пушкине в конноспортивном клубе «Детско-сельский» состоялись традиционные соревнования по конкуру. Гости праздника смогли оценить показательные выступления спортсменов, а дети покататься на лошадях. В конкуре участвовали представители конноспортивных клубов и частных хозяйств из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Конечно, в первую очередь они рассчитаны, эти соревнования, на детей и на любителей. Поэтому и высота барьеров такая небольшая, всего 60-80 сантиметров. Это, в общем-то, я считаю, что и для лошади совершенно не тяжело. И спортсмену легко. То есть это, в общем-то, больше такой, я бы сказала, культурно-спортивный и отдых, и занятия. Традиционно в первом туре с высотой препятствий до 80 сантиметров выступали юные и начинающие спортсмены. Соревнования в первом заезде проходили в два зачета – дети и любители. Все участники продемонстрировали хорошую подготовку и волю к победе. Немножко волнения, конечно, есть, выступая на трех лошадях. По два маршрута на каждую скачу, поэтому немножко сложновато, бегаешь туда-сюда. Концерн «Детско-сельский» проводит соревнования с 2009 года. Конкур неизменно собирает значительное количество представителей конно-спортивных клубов Ленинградской области, членов Федерации конного спорта 47-го региона, а также зрителей и поклонников конного спорта.